Кэтрин Дэмон. Мы так бутылочки не начнем с таким тюбиком. Вопрос, что в этом тюбике? Таня Котова. Тюбик готовится к приземлению метеорита. Ирина Гейр. Давайте пошлем Легиошу отогнать метеорит от Земли. Давайте пошлем Легиошу. Имя мне Легиоша. Стоило окопаться в земле. Так у вас всякие метеориты. Надо спасать Землю и стримы Кори. Энджи. Послала бабу мужика метеорит прогнать. Уж послала так послала. Лека. Какой метеорит? То, который весной пролетал, теперь обратно летит. Может, там просто инопланетяне в футбол играют, а мы тут, понимаешь, каждый раз писаемся от страха. Представляете, они там развлекаются, пуляют с одной планеты на другую, кто кому гол забьет. А земляне тут... метеорит. Man in Black такая же тема была, да, когда они открывали там ячейку хранения, а там маленькие пушистые штучки. Я не знаю, как их зовут, короче. Ну они там... Здравствуй, Кей! Здравствуй, Кей! Помните этих дурачков? Кей вернулся, дарующий свет! Славься, Кей! Славься, Кей! Славный Кей, погляди! Ты хотел стать королем камеры хранения.